Мы в кооперативном сквере, да, Дорофей? Ты счастлив? Ну, он счастлив, поверьте мне. До-ра-са-на. Вот тут цветет, видите? Да, пальма. Вот. В общем, сейчас мы идем дальше. Вообще, мы в поисках магнита или пятерки, потому что нам нужно купить поесть. Вот. Кстати, смотрите, тут такая киса отдыхает. Здесь очень много бездомных котов, кошек и собак. Это минус. Ну, как бы я отвыкла от такого. Раньше в Москве было, сейчас уже нет. Такие интересные плоды у этой пальмы. Что это? Вау, какие листья! Красота! Идите прямо, перейдите дорогу. Наверное, ты что вчера хотела? Нет, я другое хотела. А какое ты хотела? Сейчас здесь поедем. Солнце здесь мне надо обойти уже, иначе я сейчас попаду. Я тебе помогу, мой муж. Юмор спасет любую ситуацию. Вот здесь мы решили пообедать, и какая проблема с котом? Никакой проблемы. Вот здесь вот он лежит, а вот здесь вот мы кушали. И все, и вот так вот за ним наблюдали. И дочь занята была после того, как поела, конечно. Пальм бегает, солнышко. Ну-ка, выгляни. В общем, мы тут в каком-то сквере, в котором и такие пальмы есть, и другие пальмы есть, и вот такие, в общем, много классных пальм. Пошлите, я вас проведу. Здорово, да? Вот так вот. Это Сочи. Ну что, предлагаю пойти дальше. Шуня, хотя вот сухие, видите, такие листья есть. Уже пытались сорвать бананы, но у нас не получилось. Все сорвали. И в коляске. А где ему еще быть, собственно? Здесь пальмы. И сейчас будем искать свою машину. Муа! Путешественник наш. А? Красавчик.